тыквенное поле. На-ка. Ты соскочил, теперь обратно залазить. Вокруг. На, чтобы в кадр попал. Держи крепко, снимай их. А иди туда вниз. Тихонько спускайся. Смотри, не оборвись. Не оборвись, смотри. Там вверху внизу. Давай. Все. Вот теперь мы там прибиты. Там нет. Ну давай иди, бери большие гвозди. Давай. А теперь даже ходить по ним можно и держаться можно. А то эта высота была доступна только лестнице. Вот почему я и говорил, допускать сюда, подальше. Давай, гвоздь. Это просверлено, она не прямо. Теперь уже не повернуть, еще нельзя. Одинаково она, в одном направлении. Все, а что вы вытаскиваете? Она забьется. А? Она забьется. Забьется? Конечно. Сильно наклонился. Такой маленький, нет? На 150. Все. Теперь осталось только на ту сторону еще одну жерсть. И мы уходим. Делать сидушку. А то сюда надо было протянуться, туда, вон, туда вдоль, что тебе не пройти. Давай сюда, поверху. Сюда не надо толкать, не надо. Надо здесь рядом пройти. А потом, когда туда выйдем, там подтолкнем только и все, она будет на месте. Тут она хорошо пойдет. Давай, залазь. Давай, шуруповерт и большой гвоздь с молотком. Примерять ничего нельзя. Там на место. Вон, поднимайся. Давай толкай, толкай. Она пойдет. Вот так. Подворачиваем разными боками там. Вот. Теперь сюда его. Давай выше еще. Тогда держи, я полезу на нос.
Я вам поменьше гвоздь дам сейчас. А? Да. Давай. Сантиметров 20 туда, дай. Все, все. Вот так вот. Пониже маленько возьми. Еще пониже. Вот так, давай. Все, прошла? Да, да, да. Все, да? А как я тебе подам-то? Так, что это я тебе подам? Шуруповерт от вас взял? Да. Поставляй, как надо. Вот так. Прибивай. Как она легла? Так, прибивай на один гвоздь хотя бы. А другой потом. Это высоко сильно. Сделай пониже маленько. Вот так, давай. Надо его. Ну, давай так. Тихо, тихо. Давай. Батарейка на полчаса. Все, заломило, да? Дядя Володя. Батарейка на полчаса. Давай. Полчаса помогаешь. Я знаю просто. Не. Как она стоять должна? Ну ничего не сделать. На, принимай маленько. Так, гвоздей там. Держи. Ты тут проворачивать будешь? Подожди-ка. Вот так. А там просто гвоздь забить надо. А, здесь еще маска. Сейчас я покажу. Маска. Все на этом, однако. Сегодня у нас 13 июля 2017 года. Мы сделали вот качели. С Игнатием Ильичем ребятишки помогали тоже. Это Игнатий Иванович сейчас пробует сейчас качаться. О. А детишки у нас как аллилуйя. Курочки на сетке сидят. Вы закончили, вы закончили. Аллилуйя. Да, мы здесь ничего не делали. Наконец-то. А то я давно не ходил. О, Игнатий Иванович все расширяет. А, с тех пор, как я вам сообщил, мы давно не качались на тогда. Ну как? Отлично. Может, вам тоже покачаться? Да не, не надо мне. А, кстати, я заметил, что вот эти качалки крутятся. Вот если качать, то вот эти сами. Она не качается, все мертво стоит. Ну да. Ну как, Егор? Сейчас я вас посажу четверых и качать буду здесь. Один. Сейчас, минутку. Останавливаться нельзя, она сама должна остановиться. Она на подшипнике.
Посмотри, там была какая гнилушка, мы 3 дня потратили. Но полностью все убрали. Вот он заметил гнилье, вот этот эсор. И благодаря этому мы начали сразу убирать. И там переправили, и здесь переправили, и для тарзанки убрали. Ну, надо новые канаты, пока на железных. Так, ребята, скажите четверо. Ну, пускай так. Ну, куда ты сел-то? Туда. А, по двое? Ну, идите сюда. Я на одной качели вас качать буду. Иди туда, Егор. Вам там не раскачаться. Мы не поместимся. Иди, садись. Ты возьми на руки вот этого вот, Колю. Вот этот. Два Егора сидят на нижнем сиденье. Давай. Ну-ка. Ну, она заела тут. Ну, садитесь, войдет, наверное. Слышь? Садись. Давай, Егор. Вот, теперь вы садитесь на колени себе. Егор, чтобы голову давай. Видно было. Давай. Так, сидите. Ноги поднять. Ноги поднять. Не задевайте ногами. Голову не задевайте. Вы можете поднять ноги? Ноги можешь поднять или нет? Я стараюсь. Сядь ближе ко мне. Ну что это такое? Вот так. Ну тогда это не пойдет так. Поднял. Ноги не задевайте только. Ну ладно, уходи, не получилось. А на сиденье сдвинутое у нас здесь. Егорка. Ногами не задевать пол. Сейчас раскачает вас. Будет легче. Подкачайся. Ага. Мне нравится. Раньше она шаталась, теперь не сантиметр. Ну потому что мы связали столбами тут все. Столбами. О! Качайся. Мы не качайся, Володя, на то, пожалуйста. Я очень страшно. Залезь туда и смотри оттуда. И накачайся на тарзанке. Это у нас окончание работы сегодня. Да. Аллилуйя. Дядя Володя решил покачаться. Ногами не задевайте. Это Володя. Володя там. Я сейчас его качать буду. Он на ходу будет снимать, правильно. А сейчас на постольный головок уже это не будет. Раскачал-то куда-то по эллипсу. По эллипсу. Вот так. Сиди и снимай. Ногами не задевай. Камера не брякни об стол. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Замедляйся. Я же не... А я вот эту... Ладно, хватит уже. Ладно, ты мне сейчас потихоньку вот здесь камеру передашь. Сними с руки ее. Нет, это, Игнатий Ильич, опасно это. Опасно. Ну ладно. Опасно. Земля, небо. Земля, небо. Нравится, нравится. Да что там у меня уже все. Это мое ведро. Я его в сторонку откладываю. Сейчас я буду уносить кое-что. Ну вот так вот, слава так, богу. Егор, иди на, там я отнесу. Володя, смотрите, как правильно иди. Надо. Это ваше?
Это мое. Живот. Смотрите, как правильно надо приземляться. А вот это вы понесете туда обратно. А то дядя Володя понесет, вы ему поможете унести вот это все. Смотрите, как правильно надо. Так, Володя, что у нас еще нету здесь? Все, мазилка вон, мазилка. Ну все. На. Да? Можешь взять даже вот эту вот. Еще лестницу унести нам. Дальше будет видно. Лестницу унести еще нам. А? Лестницу, лестницу. Лестницу. Унесем. Все, неси, Егор. Иди туда. И, Володя, тут шмели. Ну, шмели, шмели. Я-ха! Наконец-то! Аллилуйя! Аллилуйя! Ну, Нестор, ты так смотри, высоко взлетишь-то. Без крыльев-то упадешь сразу. Аллилуйя! Аллилуйя! Наконец-то она сделала! Слава Христу!